Наркоситуация в Кабардино-Балкарии остается стабильной и прогнозируемой. К такому выводу пришли члены Республиканской антинаркотической комиссии на прошедшем накануне заседании. Провел его председатель комиссии, глава КБР Арсен Кануков. Прежде чем перейти к обсуждению главного вопроса результатов работы управления в 2012 году, глава республики поздравил наркополицейских с десятилетием ФСКН России. Эту круглую дату, напомню, служба отметила совсем недавно. Большая работа проведена, мне кажется, что мы созданием этой службы спасли десятки тысяч, наверное, жизней молодых людей. Я думаю, что в этом направлении будем двигаться. Я готов вас просто поздравить. С отчетом по итогам прошлого года выступил начальник наркоконтроля по Кабардино-Балкарии Руслан Кульбаев. Он обратил внимание членов комиссии на ситуацию с так называемой аптечной наркоманией. В республику, отметил Кульбаев, в больших объемах завозятся и реализуются лекарственные препараты, которые не входят в списки запрещенных, но имеют ярко выраженный наркотический эффект. Нельзя допустить распространения аптечной наркомании, подчеркнул Кульбаев. Опыт влияния на ситуацию в отсутствии четких нормативно-правовых актов у антинаркотической комиссии уже есть, напомнил он. Усилиями ее членов удалось сбить остроту проблемы с наркосодержащим кондитерским маком. За помощь в решении задач службы Арсену Конокову на заседании вручена почетная грамота ФСКН России. Медалью за содействие органам наркоконтроля награжден председатель парламента Ануар Чеченов. Секретарь Совбеза Руслан Ишугалов и прокурор республики Олег Жариков отмечены памятной медалью «10 лет Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков».